Всем привет, всем привет, с вами Шмыгов на канале Уши. Мы сегодня поиграем в новую игру под названием Absolof End of Gods. Новая, а выбор главы еще есть? А, но у меня нету, да, потому что я только... Это режим для тех, кто хочет туда всю историю без постоянного риска смерти. И вегенный режим для тех, кто жаждет приключений и постоянно хочет пройти тайну этой истории. Ну, давайте мы на легком побегаем. Сейчас посмотрим, если можно будет изменить. Не знаю. Посмотрим просто так и что. Пытаемся пройти как можно дальше. А может быть... Не, ну посмотрим вообще, как играю. Ну, по скриншотам в целом годно. Это не то, что мы играли до этого, да. Но опять же, это хоррор. И... Где что-то, что-то, где-то что-то. Едва уловимое движение. Похоже, ее ответы и когнитивные способности работают именно так, как было задумано. Доброе утро, дорогая моя. А теперь выпрями спину и сядь. Мы играем за женский персонаж. Как вы можете видеть. Все еще чувствую твою слабость. Что ж, ничего не удивительного. И что это такое? А? Повтори-ка, дорогая моя, мне не очень понятно, что там говоришь. Да, что это такое? Где я нахожусь? Похоже, что мышцам твоей шеи и гортани потребуется еще много времени, чтобы полностью восстановиться. Я займусь этим позднее, иначе все это станет совершенно пустой напрасной тратой моего драгоценного времени. Давай же продолжим. Ты видишь этот свет? И там ты сможешь найти что-то важное. Где я ничего не вижу. Ой, а можно поменять эту... Это что ли свет? Найди кнопку и нажми ее. Это должно быть предельно просто, даже с учетом твоего состояния. Нажать кнопку на этой штуке или нет? Нужно поменять... Ага. Прекрасно, теперь переходи к следующему источнику света. Сейчас я, да, перейду, если сделаю настройку управления. Множитель ускорения мыши. Ускорение мыши. Так сделать. А то прям, ну, очень... Плавно, не люблю такое. Сейчас, ребят, еще секунду. Проводок мыши у меня... И, да, так, источник света вижу, так. Бегать умеем, умеем. Давай же посмотрим, запоминать числа. 1, 4, 3, 6. А что? 1, 4, 3, 6... Отлично, теперь попробуй добраться до следа освещенного места. Где я? Поэтому болтай, не могу понять ни слова из того, что ты говоришь, пока ты не прочистишь свою глотку. Поэтому просто замолчи. Ой, пришло время побороть твой страх и просто позволить этому случиться. Вот и прекрасно, теперь ты видишь то же самое, что и мы. Теперь хватит строить из себя неженку, да учись использовать свой дар, твой дар. Нет, что ты со мной сделал? Да, книжь же ты. Я не понимаю тебя. Хватит терзать твою и без того слабую глотку, значит ты вообще никогда не сможешь разговаривать. Если это произойдет, то это просто потеряешь для меня всякий смысл, мне придется использовать бесполезный кусок мяса немного иначе. Он даже не достоин того, чтобы сжечь его. Теперь используй дар, данный мной, и выбери свой знак. Покажи мне свою истинную суть. Так, а какой у меня знак? Какой у нас знак? Вот этот вот знак. Черт возьми, нет же, нет! Я не могу поверить в это. Ты провалила задание. Это все, что мне удалось создать? Бесполезное творение, которое не помнит своей собственной истории?
Закрой рот. Я еще займусь тобой. Не смей сделать шагу, очень скоро я все исправлю. А знак вот этот типа был? Нет. Надо бежать, типа, да, или нет? А что за знак-то был? Правильный. Или каких-то упыря? О! Ого! Полуприсед? А, мы типа, мы, короче, валим отсюда, да? Правильно я понимаю? Скорее найди меня, Элис. Слава Одину, ты смогла найти это и избежать из этого кошмара. Должен торопиться. Как только дух узнает об этом, он начнет преследовать тебя. Мне страшно подумать о том, что он сможет сделать с тобой. Ты слышишь? Этот мифический гост получил полный контроль над системой. Должен найти меня как можно скорее. Используй свое зрение, чтобы увидеть символ, который направит тебя ко мне. Найдите доктора Хенри. Да еб... Присядку всю играем. Так. Это мы где? Мы не можем код узнать. А, или можем. 57-25. 67. Так. Сообщение от Брокера пришло. Пост на поверхности. Это доктор Янг. Какого хрена вы заблокировали вход? Немедленно скажите доктору Андерсону, он прекратил все это. Умирают реально люди. Я знаю, что именно вы несете ответственность за это. Включить прямо сейчас создание проникает. Ой, это кто такой, ёб твою мать? За создание, бля. Страшно, ёб твою мать. Ёб твою мать! Что это такое, мать твою, за ногу? Не за ним или от него? Непонятно. Это кто такой? Что за рога? Ой, твою мать! Где я? Опять в какой-то дырке. Я что, Брюс Уиллис, ёптель? Из Крепкого Орешка или кто я? Спичку мне еще, да? Дай. Ой, это кто такой, смотри. Марио, это кто? Ну такой дух какой-то, да? Кто бы... Братец. Так, что за игра сохранена? Так, мы, видимо, на правильном пути. Камень души? Активирован? И сделал это. Мне казалось, я просил просто положить его, дорогая. Вместо этого показал свою бесполезность и неблагодарность. Ты решил отказаться от моего благословного покровительства. Ты обязательно пожалеешь об этом решении. Ты окажешься в темноте. Оп. Да блин, в темноте плохо оказываться. Я же не вижу ни хрена. Ни этот зрение, ни этот вообще был далеко. Так, бегаем, короче, да? Опа, твою мать! Пошел ты нахер. Да ладно, и нахер. Так. Прыжок спейс, мы можем прыгать, ёпти. Огнино. Ой, не надо плакать только, пожалуйста. Не-не-не-не-не, пошел ты в сраку, я не хочу вообще, блин. Что это? Твою мать, что я нажал? Он встает, твою налево. А, я могу вот так делать, все, понял. Оп. А что я нажал? Что я нажал за херню? Shift бег. Блять, не надо бегать только за мной, пожалуйста. Я не хочу ни за кем бегать. В смысле, ни от кого. Ну, в смысле, ты понял, да?
Ёп. Оп, ты нахер. О, свет. А он меня заметит или нет? Он же должен быть, по идее, этим. Вот твою мать! Сюк! Этаж первый, нижняя система. Система охлаждения. Верхняя система охлаждения. Слышь, ты меня не будешь бить, падла тварь? А, он снял эту херню. Если он снял эту херню, то он, короче, не опасен, по идее, да? Или опасен? Блять, ничего не понятно. Ой, ёб твою мать, куда он исчез? Верхняя система охлаждения. О, здесь уже все написано, нарисовано. Стрелки, елки-херелки. Чпок. Хера, понял. Значит, чпок-чпок. Опа, это что такое? Опа. Один коллекционный предмет, один из 28. Ага. Опа, тут, короче, сюда в дырку ползем, понял. Ползем в дырку. Дырка нормас, да. Все, ползем в дырку. Так, прыгаем вниз. Почему я все время получаю урон, когда прыгаю? Я что-то не на то нажимаю, или это так и задумано? Подожди, здесь у нас, смотри, у нас здесь светло. О, дверь. Закрыта, открыта. Открыта, и есть свет. Так, мы, опа, на кровище. Кровеносный сосудик. Кого-то лопнул носу. Ага, так. А, вон там какое-то тело. Официальная жалоба. Хочу отметить, что я веду свою команду корням, чтобы найти артефакт для компании Боркорп уже более 3 месяца подряд. Я знаю, что не имею права ставить приказы под сомнение, но я не могу дальше говорить о том, что использование корней безопасно для перемещения. Это не было проблемой, когда мы считали, что другие миры находятся в запустении. Последний раз команде номер 4 удалось спастись только благодаря этому. При этом только половина из нас добралась до пункта назначения. А эти корни, они постоянно растут. Мы ничто перед безграничной силой богов. Твою мать, будем нахер. Немножко страшновато и жутко. И очень, знаете, что напоминает фильмы «Чужие». Ну, вот последние. Там графони, похоже, такой был, такие локации очень. Вот это кто такой? Это какой-то дядька там, да? Бог какой-то. Корни какие-то, да? Это корни. Сохранения не было. Так, туда мне не перепрыгнуть или перепрыгнуть. С разбега она как? Нет, не перепрыгнуть. С разбега она плохо. В дырку, правильно? Да, в дырку. Опять в дырку. Ну да, реально такой какой-то фильм «Чужие», но эти убийцы как бы не... Вот видишь, она оставила тебя только потому, что ненавидит. Она оставила тебя совсем одного. Если ты хочешь провести в одиночестве всю свою жизнь, ты должен найти ее и вернуть ее сюда. Ты сможешь сделать это, а? А? Верни же ее, заставь твоего отца гордиться тобой. Иди ты нахер, слышишь? Не хочу ни к кому возвращаться. Срань. Тупик? Тупик? Тупое отвратительное создание. Твою мать! Твою мать! Чё началось-то, бляха? Пошел в жопу! Я умею бегать. Только не так. А ё парный карась. Где мы, бляха? Куда мне? Сюда, ага. Дальше куда? Подниматься опять по лесенке, понял. Я ни хрена не вижу, ничего не понимаю, за мной кто-то гонится уже. Какой-то упрю... Чего, бля? Еба! А чё он такой большой-то? 67-25, погнали. Я не могу... 67... Ага. Разблокировано, так. Тихо. Это какой-то этот осел опять с рогами, да? А вот мне вот туда надо... Что здесь? Чё мне сюда надо? А, вот сюда надо, ага. 79-13. 79-13, для чего? Для чего 79-13, твою мать? 79-13. Я не вижу, куда можно ввести 79-13. 79-13, твою мать, куда?
79-13. Бегать можно с ними? Они слышат меня или нет? Куда, блядь, вести 79-13, сука? Ой, извиняюсь, ребят, напряжение просто растет. Куда вести-то 79-13? Или мне просто типа цифры для цифр? 79-13. Сюда нет. Иди нахер. В жопу. Твою мать! Писос! Твою мать, я уж. Я реально немножко писнул даже, кажется. Блин, я думал, они не, короче, за мной не гонятся, они. Они, сучки. Гонятся. Подожди, куда мне это говно вести-то надо? Я уже забыл даже, какие цифры-то. 79-13, нет, я запомнил вроде. 79-13, ну я не вижу. Ты видишь, куда можно вести цифры-то? Может, наверх куда-то? Подожди, может быть, я что-то упускаю, какой-то момент. Вот сюда нельзя войти? Подожди. А, можно. Фойе. А, вот, все, да. 79-13. Погнали, второй этаж. Блин, у меня... Да блин, у меня опять, потому что... у меня мышка, короче, у этой, извиняюсь, ребят. Мышка запуталась и цепляется за стол, и мне неудобно. Ну, то есть, я не могу ее крутить. Короче, все, я разобрался, все нормально. Все нормально. Это второй отдел по исследованию артефактов. Так, куда нам? Тут? Не, напряжен, игра напряжения прям. Потому что не понимаю, что происходит. И за мной кто-то гонится. И эти чуваки, короче, непонятные, да? Они как бы то ли... Они как бы слышат тебя. То есть нужно по-тихому с ними себя вести. Но подсказки хорошо, подсказки это нормально, это нормально. Слушай, ну видишь, тут еще какие-то камни коллекционные есть, которые, в принципе, можно находить. А, но это нужно, видишь, прям бегать. И мне как-то... Мне как-то повезло, я быстро нашел, короче. Нашел путь, твою собака, тварь. Нашел путь. Короче, вот до сюда нашел путь, я по-быстрому. Все, отстаньте от меня. Блять, он бегает. Или нет? Что-то встала, дура. Точно, я же заиграю за этого. За персонажа женского. Сюда мне? А, подожди. Найдите способ разблокировать шлюз. А, ну рукой я не могу свой. Все, я понял, мне нужна чья-то рука. Отстань, уйди. У меня заканчивается время этого сенсора. Так, а то существо, короче, могло ломать этот, да? Угу. Но вот эту вот хрень, короче, она могла ломать. И я, видимо, знаешь, что выбрал легкий. Опа, это что? Опа, это что такое? Красная — это опасность, типа. Доктор Лиза Свенсер, руководитель проекта, третий день анализа таблеток. Мы получили несколько каменных таблеток из Сварфальхейма, на которых представлен сильно обозначить 9 королевств древов, древа мира. И первичный анализ показал, что таблетки создают магическое поле, которое ускоряет процесс восстанавливания тканей. Конец заметки. Так, и чего? Слушай, не, ну... В принципе, вот... Опа. А, это тот же, да, был? Да, хорошо. Но у меня один путь сюда, видимо. Видимо, невидимо. Вот какой-то камень. О, душа чья-то. Опять этот камень души, да, мы собрали. А, это сохранение просто, что ли? Нормас, нормас. Чаек немножко, ребят. Бутылочка пивка там у кого-то стоит. В рабочем месте. Так. Открываем бы сюда и дямба. Что за рогатые чуваки?
может объяснить? Кто, почему никто не говорит, что за... Короче, у меня вот теперь разделение на пути. Да? А вот здесь что у нас? Здесь путь. Ух, я надеюсь, меня тут никто не укусит за попку. Не очень бы хотелось. Тут закрыто. А вот камушек какой-нибудь мне там легендарный, там, алякуцу. Ну ладно. Смотрите, видите, в принципе, выключаю я эту свой... В принципе, видно? Нет, по освещению и по картинке очень хорошо. Очень хорошо, мне нравится. Мне нравится. Оп, иди нахер. Или не пойдем. С ними надо, короче, типа, по-тихому. А что здесь? Ага, заметочка. Тихо. Исследование мифов. Заметка номер 6. Асгард вновь оправдал наши ожидания. Команда принесла с собой несколько щитов, которые обладают странной способностью, находящейся в зоне нашего контроля. Согласно мифам, такие щиты принадлежали крылатым существам, которых вы называли валькириями. Основная задача их создания заключалась в том, чтобы даровать погибшим жизнь после смерти в Волгале, наделив их безграничной мощью. Так, окей, хорошо. Еще какие-то мифы, слушай, тут. Ну, вообще, прям нормас придумали. Так, так. Забираемся по этому говну. А, и дальше забираемся по этому говну. А, опять в дырку? Блин. Ого. И спрыгиваем нахер. Оп. По красоте. Тихо. Там чувак какой-то стоит? Или нет? Пришитый. Что это такое? Это что такое? Что это такое? Знаки какие-то. Да. Чувак пришитый, смотри. Это что такое? А, я руку взял, понял. Теперь я могу забраться в этот. И тут, короче, какие-то знаки. Кого-то вызывали и кого-то, короче, порешали. Понял? Так, то есть с помощью этой руки я могу и... туда вырваться, правильно? Шматок этой... культяпки. Так, теперь у меня есть, короче, рука, с помощью которой можно... А мы там были? А, я же здесь прошел, я тупой, да. Так, рогатый нахер. Так, а здесь еще мы были? Я уже забыл, а куда мне идти-то надо? А, мы еще вон там не были же, да, с вами? Или были? Мы там были? Нет, мы там не были. Или были? Или не были? Не были. Были или не были? А тут нет ни хрена. Есть. Ой, бля, там кто-то ползет, там вообще какой-то огромный червь, бляха. Огромный червь. Так, нам нужно обратно на шлюз попасть, в шлюз, правильно я понимаю? С этой кусочкой, с этой рукой. Так, это нам, значит, куда нам надо? Ой, подожди, я забыл, а откуда я пришел? А, я, не, подожди, откуда я пришел? Ты помнишь, откуда? Вот отсюда, что ли? Да, вот отсюда. Ой, ёб твою мать! А, это фу. Я думал, сзади кто-то меня. Вот ублюдок, смотри, какой огромный. Это он меня ищет, короче, типа, да? Нихера себе. Я думал, сзади кто-то меня сейчас будет это кусать, а он спереди оказался. Загрыз какого-то чувака, да? Вообще мне туда направо. А, ну у меня только один путь направо и. А он сюда уходил. Жирный. Или не жирный, не знаю. Жирный был или нет? Уходим. Насрать. Будем. Так, мы на... Обработать шлюз. Надо нажимать? Бля. Это за червь? Как? Мистер Червь, можно я прочитаю заметку? Исследование мифов. Заметка номер 1. Сара показала мне сотни мифов, которые окутывают старинные объекты, найденные во время наших поисков. Большая часть истории, к сожалению, содержит лишь толику правды.
Гиганты огненных гиганта полностью совпадают с предложенным описанием, однако боги Ванир и Аэсир сильно отличаются от тех доблестных образов, которые были созданы для них в мифах. Некоторые истории вообще не имеют ничего общего с теми ужасами и кошмарами, с которыми нам пришлось столкнуться в реальной жизни. Более подробная информация будет представлена позже. Тихо. Нет, цифры мне никаких. Что за пульсирующий червь? Он мне не нравится. Он меня не будет заглатывать? Он ужасно пульсирует. Мне не нравится. Бэт, что ли? Непонятно. Ой, а там что? Ой, бля. Мне только не в ту дырку, пожалуйста. Нет. Нет. Фу, мне в ту дырку, ёпт. Только не разорвись, пожалуйста, червь. У меня что-то про плохое предчувствие. Ой, блин. Ой-ой-ой-ой. Вылупились. Так, мы отключили зрение, а ничего не поменялось, да, по идее? Ой, ёптель, мне в дырку прям лезть? В червь, это писька червя, мне в нее прыгать? Серьезно? Фу, блин. Как это отвратительно. Да, хочу вам сказать. Оп. Так, и чего? Мы в какой-то жиже? Мы в какой-то жиже. Где мы? И чё, и куда мне идти? А, свет, на свет. Мне идти все время на свет, да, я помню. Что-то капает. Реально это эти... Ну, в Чужой Завет, или как там называлось, когда они прилетели на планету, там тоже такая хрень была. И сюда, короче, ползти надо. Чикринки. Ёпарный карась. Ой-о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 й
терапии. Не, я же тихий, я как бы, я безобидный, я невкусный, я тих, типа, чисто, типа, это, ну... Тут ползаю, бля, как страшно, а? Просто жесть, у меня кое-что сжалось очень сильно. Пошел на! О, чёрт, что же я делаю? Ну же! Ещё немного. Это всё по... Ёпти, как страшно-то было. Ух. Я сейчас сохранение будет. Ребят, я, наверное, оставлю эту первую часть на этом оставлю. Ну, сейчас мы посмотрим, что здесь дальше произошло. О, у нас железная рука появилась, смотрите. Если бы ты опоздала всего на 5 секунд, демоны бы разорвали тебя на куски. Великий Один сохранил твою жизнь, но оставил на тебе глубокие раны. Но это не страшно, я могу все исправить, хотя нет. Знаешь что? Я смогу улучшить тебя. А, я смог улучшить тебя. Угу. Восхитительно, не так ли? Что именно? Что именно? Нет, не вздумай ставить, в твоем организме еще слишком много анестетика. О, моя голова. Давай-ка посмотрим. С речью все должно быть в порядке, ведь я восстановил ткани. Кроме того, я проверил твою костную структуру. Кстати, рука. Ты ничего не ощущаешь? Кажется, немного странным, не так ли? Она дает неразрывную связь. Я знаю это как никто другой, ведь у меня их несколько. В любом случае, мне нужно сделать еще много работы, а ты можешь отдохнуть. Да, что-то пауки меня реально напугали. Я просто думал, что назад могу убежать. Энрик, смотри, это же Элис. Она смогла пережить мучения и травмы. Это не человек. Ты не можешь говорить об этом с такой уверенностью. Кто ты такой? Что происходит? Слава Одину. Мой голос. Она даже говорит, как она. Да, я восстановил твой голос и твой Ярнгрейпер.
Что такое? Что вообще происходит? Меня зовут Хенрик Андерсон, я занимаю пост главы Боркорп. Голос, который ты слышишь, принадлежит моей жене Саре. Сейчас она находится на поверхности, к сожалению. А мы с тобой застряли в этом подземелье. Хочу отметить, что все меняется не только наверху, но и внизу. Все становится гораздо хуже с каждой секундой. Что ты сделал со мной? Я вернул тебя из Хельхейма. Хенрик, успокойся. Я почти погиб на пути к ее спасению. Я не хочу потерять тебя. Ты уже установил ей протез, поэтому ты должен рассказать ей о том, как все работает. Хорошо. Твоя новая рука таит в себе невиданную силу. Она работает на основе Эйтрия и содержит в себе волшебную силу. Она была создана с использованием древних технологий и знаний. Хенрик смог воплотить все на практике. Конструкция на твоей руке называется Ярнгрейпер. Ты принесла с собой руку. Пожалуйста, используй Ярнгрейпер, чтобы достать из нее рчеметку. Ты сможешь получить доступ ко всем помещениям и зонам, которые работают на базе этой системы. Хотя опробуй ее в действии. Отсканируй руку, которая лежит на столе, а затем попробуй ее внизу. Ты должна открыть замок. Я знаю, что это будет слишком вызывающе с моей стороны, но мы не должны подходить к этому так легкомысленно. Я еще прошу тебя сделать это. Мы расскажем тебе много нового по мере твоего продвижения по этому миру. Ребят, на этом закончу первую серию по данной игре. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Обязательно будем проходить, очень интересно, страшно и жутковато. Так что, всем счастливо, всем пока.